Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. С вами Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Все для женщин». Сегодня у меня повторный розыгрыш. Сразу прошу прощения за неудачный розыгрыш денежных призов по конкурсу 50 тысяч подписчиков. Ну, со всяким может случиться, я признаю свою ошибку. И надеюсь, что сегодняшний розыгрыш у нас пройдет на ура. Итак, сразу хочу сказать, что в розыгрыше приняла человек, который поделились именно ссылкой на это видео, 40 человек. Но, к сожалению, принять участие смогут всего лишь 27 человек, так как у 13 участников нет подписки на мой канал. Я все перепроверила несколько раз. У двоих, по-моему, человек есть подписка на мой второй канал, но это не считается. Вы должны быть подписаны на мой канал «Все для женщин». Итак, сейчас мы с вами будем разыгрывать 5 денежных призов по 500 рублей. Итак, друзья, я выписала на листок всех наших участников. Смотрите, ищите себя. Под каким вы номером? Сейчас я перелистну. Так. Еще один. Так. Вот. 27 участников из 40. Ну а сейчас, мои хорошие, мы проведем с вами розыгрыш случайным отбором наших победителей. У нас 27 участников. Ну что, я держу за вас кулачки, желаю всем удачи. Приступим сгенерировать. Итак, первый участник под номером 20. Один. Это у нас Александр П. Александр П. Поздравляю, вы выиграли 500 рублей от канала «Все для женщин». Спасибо вам за участие в конкурсе. Так, второй участник. Сгенерировать. Под номером 24. Это Бубль Гум. Канал Бубль Гум. Второе место. Вернее, второй участник. Поздравляю. Вы выиграли 500 рублей от канала «Все для женщин». Спасибо вам за участие. Так, третий участник сгенерировать. Под номером 12 это у нас Леонила Жанеева. Так, третий участник под номером 12 Леонила Жанеева. Поздравляю вас. Вы выиграли приз от канала 500 рублей. Так, четвертый участник. Это под номером 9. Викинг 111, кстати. Он уже выигрывает на нашем канале. Не первый раз, по-моему. Так, это четвертый участник. Поздравляю вас, вы выиграли 500 рублей. И пятый, последний наш претендент. Это у нас кулинарные рецепты от СВ. Валюшка, я тебя поздравляю. Ты стала победителем в нашем конкурсе. Мне очень приятно, что такие каналы моих друзей приняли участие, и кто-то из них выиграл. Вот, мне очень приятно. Дорогие мои, ну а сейчас наш конкурс подошел к концу. У нас есть 5 победителей. Я жду ваши номера счетов карты Сбербанк или же номер телефона, на который я вам обязательно отправлю в течение 2 рабочих дней ваши призы. Надеюсь, что розыгрыш вам понравился. Все было по-честному этот раз. Я проверила все подписки, проверила всех, кто поделился ссылочкой на это видео. Еще раз прошу прощения за первый неудачный розыгрыш.
Со всяким может случиться. Я вас услышала. Надеюсь, что буду прощена. Ну, на сегодня у меня все. Следующий наш розыгрыш пройдет, когда на моем канале будет 100 тысяч подписчиков. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения и всего самого доброго. Всем спасибо еще раз. Жду победителей. Жду от победителей на свою почту ВКонтакте ваши данные, чтобы ваши призы я смогла к вам отправить. Жду ваши данные. Всем пока-пока. С вами была Елена. Удачи вам. Спасибо.